Здравствуйте! Как вы, наверное, догадались, речь сегодня пойдет о Новодевичьем монастыре. Московский Новодевичий монастырь был основан в 1524 году великим князем московским Василием III в память присоединения Смоленска в 1514 году. В годы Великой Смуты Новодевичий монастырь был разорен. 21 августа 1612 года на Девичьем поле произошла решающая битва русского ополчения с поляками. Отсюда князь Дмитрий Пожарский повел на Кремль русские дружины. Временем настоящего расцвета стали для Новодевичьего монастыря годы правления царевны Софьи Алексеевны, сестры Петра I. В 1812 году Новодевичий монастырь в течение месяца был занят французскими войсками. Обитель чудом не подверглась разорению. При отступлении французы хотели подорвать Смоленский собор и Успенскую церковь. Под них было заложено большое количество пороховых бочек. Однако монахиням удалось предотвратить взрыв. Еще в XVI веке на территории Новодевичьего монастыря было устроено кладбище. В XIX веке на территории монастыря были похоронены герои Отечественной войны 1812 года, среди которых был гусар и поэт Денис Давыдов. В 2004 году архитектурный ансамбль Новодевичьего монастыря включен в список памятников Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Большой пруд, расположенный близ Новодевичьего монастыря, окружен ореолом мистики и тайны. Как известно, на льду этого водоема Петр I собственноручно рубил головы взбунтовавшимся стрельцам. С тех пор, как гласит людская молва, вокруг пруда постоянно собираются души убиенных, желающие найти своих палачей. Также в окрестностях святыни видели и фантомы узниц, насильно подвергшихся постригу. Но в отличие от павших стрельцов, эти души благосклонно относятся к каждому, в особенности стараясь помогать женщинам, оказавшимся в стенах монастыря. Много легенд посвящено Новодевичьему монастырю. Можно выделить две самые известные. Согласно первой, если отправиться в ночное время суток, прилегающий к ансамблю монастыря сквер, и встретить там восход полной луны, то, возможно, кто-то из ближайших родственников человека достигнет вершин в этой жизни, добьется успеха. Вторая история очень романтичная. Она рассказывает, что если весной посетить этот сквер со своим любимым человеком, сорвав с деревьев несколько листьев и высушить их, можно увековечить верность друг другу.